Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны!